Всем привет! 17 сентября, город Пермь, наш всеми нелюбимый ЦАФТ. Здравствуйте! Могу я к руководству попасть? Не знаю, кому. Вот сюда. Я не захожу. Здравствуйте! Сюда я могу зайти? Здравствуйте. Вот Николай. Николай, который чуть не украл меня сумку. Вот пытается человека обмануть. Вот еще один сотрудник. Тоже пытается человека обмануть. Не слушайте их. Они вас обманут. Нет руководства, да? Ольга. Не знаю кого-нибудь. Здравствуйте. Здравствуйте, руководство могу увидеть, услышать? Нету, сразу вообще нет. Так, скажите, пожалуйста, где у вас уголок потребителя? Ольга, что это такое, не знаете? Уголка потребителя у вас нету, да? Вот какая-то непонятная организация, ЦАФТ, без уголка потребителя, с режимом работы. Руководства нету. Сейчас спущусь на 4-й этаж. Охраны нету. Охрана опять опаздывает. Задерживается. Здравствуйте. Могу увидеть руководство? Скажите еще вопрос такой. Где у вас уголок потребителя? Секундочку. Здравствуйте. Срочно вызывайте. Ваша функция вызывать ГБР, да? Анастасия. А? Ну, наверное, нужно. Давайте бегом. Мне нужно руководство и мне нужен уголок потребителя. Нет уголка потребителя? Здравствуйте. Можете записать? На пятницу 11:00. На пятницу 11:00. Хорошо. Я приду в пятницу 11:00. Скажите, пожалуйста, еще уголок потребителя есть у вас? Не может, нету есть. Я сейчас зафиксирую, что нету нигде уголка потребителя. В пятницу в 11:00 я подойду. И не один. С журналистами. Все, до свидания. ГБР будете вызывать, нет? Или уже поздно? Вот, наконец-то, записался я в эту пятницу в 11:00 к руководству. Надеюсь, Анастасия меня не обманула.